что, мы вышли вот на семейную воскресную прогулочку. Привет! Привет, скажи, да, Илюшка? Вот так ручкой помахал. Привет, скажи, да. И вот такие мы все укутанные. А, посмотрите, что у нас тут идет. Непонятно что. Короче, мокрый снег. Отвратительно. Татьяна укуталась. Не нравится такая погода? Нет. Не нравится? Все лицо летит. Все лицо. Вон все. И Владик укутан. Всем привет. И всем привет. Владик укутанный тоже. Ну вот. Да, неприятный. Просто он идет еще с ветром. И мокрый. И все капает. И вот такой у нас сегодня день. Середина зимы, грубо говоря, да? Тише, Илюшка. Пойдем, солнышко. Середина зимы. 12 января. И вот такая мерзокапостная, мерзопакостная погодка. Да? Куда мы сейчас пойдем, Илюша? В магазин, да? Мама замерзла. Хочет погреться, да? Да. Я очень злая, что-то злая. Холодно. Не холодно, ладно. Противно. Нам противно, да. Домой. Да. Дольше собирались. Да, чем мы вышли погулять. Ну вот. Вот впереди у нас елочка. Доживает свои последние. Сколько сегодня? 12-е, да, января? Короче, получается. Завтра понедельник. С понедельника на вторник. Старый Новый год. Ну, числа уже 15-го, и все. Давайте сюда, наверное, так вот, потом пойдем туда, в парк. Пойдем мимо городка. Владик! Ну, давайте посмотрим елочку. Может быть, последний раз и... Последний раз, да. Вот такая у нас доживает последние дни. Да. Завтра? Завтра нет. Завтра мне уже, да, в третью смену. Да. Такой непонятный график у нас. Получается, Зара. Да. 12 часов ночи, получается, уже 14 наступает. Я ухожу на работу. Раз наступил Новый год, старый Новый год, я ухожу на работу. Первый трудовой день. А Юшка, он бежит аккуратно. Плёх. Илюшка, никого нет у нас тут совершенно, естественно. Каток, говорю, нету. Нет, каток был. Да? Да, пару дней работал даже. Это мне Денис с Никитой приезжали с Москвы, они ходили сюда. Правда. Да, пару дней работал. А, такую погоду, такой каток. Вон, посмотрите, весь лед поразмыло и все. А так, да, скорее всего, уже на озере, наверное, уже все растаяло. А там, не знаю, ну, здесь вот то же самое. Выходной день, и такая погода. И вчера был дождь и снег, потом мы вышли уже под вечер, в 6 часов уже кончился дождь. И уже темно, и мы походили немножко, и все. Сегодня. Но дождя нет, но такой погоды вообще тоже не ожидали мы. Вот такая площадка у нас. Так вот у нас все уже поломали. Да? Да. Вот так вот поломали. Делать нечего кому-то, и ходят, ломают. Вот вам и центр города. Уж никто ни зачем не смотрит у нас. Везде мусор валяется. И все поломано. Так что вот такой у нас каток. Где Илюшка? Илюшка! Илюшка! Что там, детки пошли, да? На площадку, да. Все поломано, да. Бардак полный, конечно, в нашем городе. Ну, что делать? Ну, вот. А в том году, в это время, да, каток работал, функционировал хорошо, были холода такие более-менее, да? Вы еще в том году катались, да, здесь с Владиком на коньках? Да, как раз в это время примерно. В середине января точно. Но здесь у нас это что-то нечто. Хотя уже завтра передают всю неделю минус. Но это может быть как... полагается крещенским морозом. Вот, все-таки крещенские морозы должны какие-то, хоть никакие, но быть. Правда, не знаю, со снегом или нет будет, но если не будет снега, конечно, будет осторожно гололед. Владик, аккуратно.
как сам хочешь упасть, наверное, да? Вот, и вот, вот еще такие вот последние снежные проталины у нас. Вот, а сейчас я возле церкви вам покажу. Тут раз темно было, и не стали мы снимать. Мы здесь тоже сейчас сбоку снимем. Вот что соорудили это перед Рождеством Христовым. В принципе, каждый год это выставляется. Вот такое, как бы, не знаю, рождественское вече. Вот. Вот, посмотрите. Вот. Красиво сделано. Татьяна, по-моему, на Инстаграме была, да? У тебя фотография была, да? Ты фотографировала Инстаграм. Ну да, вот и пошел. Вот, ну это да, скорее всего, как бы перед, может быть, до крещения, да, доставить? Ну, да. Крещение уже на следующей неделе, воскресенье, да? Да, 19-го. Сегодня же 12 января, 12 января, да, через неделю уже крещение. Илюшкин. А, Илюшкин, пойдем. А что, сейчас Владик пойдет. Владик, давай, а то Илюша не стоит, тоже смотрит. Стоять тоже. Вот там такая вот музыка, как бы, записана просто там, вот так вот. Все красиво сделано, ну, тут каждый год выставляют. Вот, а мы идем в сторону парка. Вообще, конечно, погода. Ладно, гулять все-таки надо с детьми, да самим выйти подышать свежим воздухом. Вот, пойдем мы сейчас пройдемся, наверное, по парку. Снимаем, что там у нас новенько, хотя новенького ничего нету. Продолжаем свое путешествие. А, уже даже камера в капельках от снега. Вы заворачиваете, вон, что вы там уже? А? Разминировали? Какашки вон, да. Какашки собачьи после снега вон. На плитке. Илюшка разминировал ее. Да, тут грязи много. Надо смотреть, повылезла. Такой еще небольшой ледок остался. Давайте посмотрим отсюда вот такой вот вид. На наш центр. Вот такая елочка отсюда. Видна. Машина опять возле много, возле магазина Лемуар, ну как все обычно. Нормальных парковок нету. Машин все больше и больше в нашем городе. Да? Илюшка, он бегает. Варит, скользит на льду. Впереди вообще озеро в тумане. Да, уже 6 час. Сейчас скоро будет темнеть. Влажность большая. И вот такая вот туманная пелена над нашим озером. В стороне плотины мы туда не пойдем. Пойдем сейчас пройдемся по так называемому нашему парку. Или что тут рядом со мной уже не спеша идет, да? Что? Да. Да. Что да? Что да? Тихо, на ребенка наедешь. Папку, скажи, сбил меня. Так, ладно, бери коляску туда, чтобы не сбил. Я пойду вас поснимаю спереди. Да? Илюшкин, догоняй. Что, плохая погодка, да? Да. А Илюша? Илюша, как погодка, плохая? Скажи, да, плохая. Не нравится ничего. Ну, конечно, в снежки лучше игралось, да? Конечно. В снежки игралось лучше. Здесь все серо, уныло, ни солнышко, ничего. Вообще. Практически ничего нет. Солнца нет? Да. Снега нет. Не, вчера выглядывал где-то в обед. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? На несколько минуток и испарилась. Оп-оп-оп-оп-оп. Илюшка. Папа. Опа! Да, Илюшка. Оп. А? Снега нету. Где снег, скажи, да? О, зима! Так быстро все растаяло. Да.
очередь, да? Да. Что тебе нравится в нашем городе? Ничего. Такую погоду, да, тем более. Сидит только дома. Илюша идет, да? Как Илюша делает? Щелепок маленький. Да. Да, это Илюша, да. Вот, так что такой у нас сегодня вот такая у вас храм. Все. И ничего больше здесь хорошего. Такой парк опустевший, грязный. Без лавочек, без ничего. Когда это все здесь будет? Кого-нибудь возьмутся руки, интересно, в скором никого. Будущем все это сделать. Ни у кого, да, наверное? Нет, уже давно бы сюда. Ни у кого. Да. У нас одни бары, магазины. Да. Вот. Пойдем мы сейчас в магазин Пятерочку. Да? Илюшкин. Пойдем в магазин бабушке. Будем заходить. А Илья? Бабушке, пойдем в магазинчик? Да. Выворачивай коляску. Пойдем в магазин, дойдем. В принципе, есть некоторый прокатился такой, да? Не сильно уже пошел. Ну да, я что-то кончила. Да? Что, не видишь? А? А, нет, капюшон сняла. Не такой уж сильный. А, вот. Уже на противную нет. Ну да. Как бы там не было. Так что, такая у нас сегодня прогулка. Небольшая прогулка. Вот такой вот сырой и противной погодки. Ну, что делать? Ладно. Пойдем в магазин. После еще мы чуть-чуть пройдемся, но пойдем нам домой. Все-таки сыро. Лучше немножко, мне кажется, погулять. Часок хотя бы, чтобы дети подышали свежим воздухом, чем вообще не гулять, я считаю. Ну и долго тоже в такой сроте, в принципе, гулять, я думаю, не надо. Чтобы, дабы не заболеть, потому что такая погода, она самая плохая. Для сырости, когда сырость все это. Вот, лучше мороз небольшой, но чем сырость. Вот, так что оставляем комментарии, что вы сегодня, как вы проводите воскресный день, вечер, вот, выходной день. Пишем. Подписывайтесь на канал, оставляем лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока.